Я Спайдермен, да, такой, я Спайдермен. Классный вообще. Я Спайдермен. Абракадабра. Привет, друзья, с вами Надым ТВ, меня зовут Александр, и сегодня вы будете смотреть вторую часть отдыха, отпуска, так что усаживайтесь поудобненько, смотрите и еще раз смотрите. Находимся в городе Задар, это от острова Вира, где-то 20-25 километров. Если вы сейчас слышите, сейчас такой идет необычный звук, это подводный орган. Тут есть вот такие дырочки, смотрите. И вот отсюда выходит звук за счет волн. Волна идет, воздух передается, и происходит вот такой потрясающий звук. Людей довольно очень много, и все слушают как бы эту чудесную мелодию. Ну, очень интересно и необычно. Гигантская солнечная батарея, которая освещает всю эту набережную. Фонарики и все. А вот это сейчас я вам покажу. Сейчас, секунду. Вот это кнехт. Тот самый знаменитый кнехт из видео про ВМФ. Кстати, где-то здесь будет ссылочка, посмотрите, кто не видел. Попробовать? Давай попробуем. А, ты же. To show it to you, so I give it. Yeah? So first all like this. Now just grow and catch it. When you catch it, always move it. Yeah, exactly. Now try to throw with your right hand and the left move it down and make a half circle like this. Good. That's it. Okay, try to the opposite way. Good. There and there. This is the most important trick. This is every trick basically. Okay, so we have to catch it. Really important how you catch it. Okay, do it slowly. Slow it's always easier. You have more time to do that. Good, good. Yeah, you start it with it. Nice. Good, that's it. Nice. Короче, с моим английским это тяжко, но тема прикольная, кстати, я даже чуть подпотел. Блин, довольно интересная штука, у меня даже, видела, чуть получалось. Я палочный мастер. Парень палочный мастер. Только, как я его хочу. 50 тысяч, он твой. Ты мой красавчик. Им 2 года, это смотри, тяжело. Смотри, как он манерничает, да, засранка? Манерничает же. Я Спайдермен, да, такой, я Спайдермен. Классный вообще. Я Спайдермен. Прикинь, офигенно. Такой дома у тебя будет прошу гонять. Ребята, еще хотел сказать по поводу денег. Тут вообще сильно заморачиваться нельзя. Обменники, не обменники, я этим вообще не пользуюсь. То есть положили на карточку деньги в России, все, на карте деньги захотели снять, просто вот идем спокойненько по улицам, тут море банкоматов, даже есть такой банкомат, он не один, кстати. Узнаете?
Все просто. Наш российский банкомат Сбербанк. Есть еще много-много банкоматов. Я снимал именно не в этом, в другом. То есть без процентов. Я хочу домой, это прекрасно. Ты домой? На балкон? Он на сиськи смотрит. Почему? Ага. Да? А? Расслабься, парень. Девушка не одна, да? Он на сиськи смотрит. Я прям на него стою, он на твои сиськи смотрит. Да. У него сперматоксикоз уже жесткий. Он, смотри, не отводит глаз. О, да. Ребята, мы заказали пиццу. Получается, у нас тунцом. Это она 50, как называется? 50 куна, это на наши 500 рублей. Это вот одна половинка, и вот у Дениса вторая, и вегетарианская. 500 рублей, в принципе, ну, наверное, как в России, да? Такой же размер, да, я имею в виду? Да, ну только у нас пицца начинается самая хорошая, наверное, от 600 рублей, да? Ну, где есть разные, есть 300, там, 400. Ну что? Приятного аппетита, мои юные натуралисты. Мои юные обжоры. Я первый раз пиццу с тунцом ем. Первый раз? Кстати, неплохо. Так что возьмите что-нибудь похавай, тоже себе и съешьте. Я думаю, меня вообще очень...